С 9 века хозяинами Великой Степи становятся тюркоязычные народы. Появляются орды печенегов. Начинается многовековая борьба Руси с нашествиями кочевников. Привет, меня зовут Евгений, это проект про историю. И сегодня мы поговорим про эпоху тюрок, а точнее про печенегов. Изначально племена печенегов кочевали в Приорале и в бассейне реки Сырдарьи. В 9 веке, теснимые другими кочевыми союзами, печенеги стали мигрировать на запад. Печенежские орды формально признавали вассальную зависимость от хазар, но, пользуясь ослаблением хазарского каганата, вели независимую политику. Печенеги перекочевали в степи Северного Причерноморья и стали здесь господствующим племенем. К тому времени к северу уже возникло и окрепло древнерусское государство. Киевские князья стремились расширить зону своего влияния. Началась эпоха кровавых русско-печенежских конфликтов, затянувшиеся на полтора века. В предшествующие столетия на обширных пространствах восточноевропейской равнины расселились славянские племена. Спускаясь по течению Дона и Днепра и осваивая плодородные черноземные земли, они почти вплотную подошли к берегам Черного моря. С древнейших времен обитавшие в Северном Причерноморье племена сохранили определенный баланс между кочевым и земледельческим образом жизни. Хлебопашцы были и среди скифов, и среди готов. Крупные города или городища находились не только на морском побережье, но и во внутренних районах Дикого поля. Периодически случались катаклизмы, как, например, при прохождении через Дикое поле гуннских орд. Но так или иначе земледелие и оседлая жизнь возрождалась. С пришествием печенегов все изменилось. Земледельческие общины в районе Нижнего Дона, Днепра и Поднестровья были уничтожены. Земледельцев вырезали или продали в рабство. Счастливчиками считались те немногие, кому удалось бежать на север или на запад. Но сотни лет, вплоть до 18 века, огромные плодородные равнины к северу от Черного моря превратились в кочевья. Оседлые поселения оставались только в южной части Крыма. Вместе с тем, тюркские орды стали источником тяжких испытаний и для тех, кто жил гораздо севернее. Со времен появления печенегов, вторжения кочевников на земли славянских княжеств стали регулярными. А главная цель этих нашествий был захват пленных для последующей продажи в рабство. На рабовладельческие рынки Крыма стали пригонять тысячи невольников. Однако, поначалу печенегам самим пришлось вести борьбу за выживание. Постепенно они сумели вытеснить из причерноморских степей кочевые племена мадьяр. И лишь затем начали военные столкновения со славянами. Но в 9 веке княжества Древней Руси были на подъеме. Вожди русов были воинственны и легко отправлялись в далекие военные походы. Первое упоминание о печенегах в русской летописи относится к 875 году. Дружина киевских князей столкнулась с печенегами в Нижнем Поднестровье. Кочевники были разбиты. Вероятно, поражение было очень серьезным, потому что в последующие 40 лет сведения о печенегах не встречается. Вряд ли кто-то мог предположить, что тюрки пришли всерьез и надолго. Еще труднее было поверить, что потомки Рюрика, в том числе и Александр Невский, будут ездить к кочевникам и униженно вымаливать право княжить в родовом владении. Но все это было впереди. Первое время русские князья рассматривали печенегов лишь как досадную помеху на пути к Царьграду. Но уже в X веке начались набеги кочевников на села и деревни русских княжеств. Как уже говорилось, вожди русов незамедлительно отправились мстить. Князь Игорь Рюрикович сумел заставить печенегов признать свое владычество. Взял у них заложников и обязал предоставить свою дружину вспомогательное войско. Но подобная ситуация продолжалась недолго. Вскоре набеги возобновились. А в 968 году печенеги подступили к Киеву. Тем не менее, драматические времена, когда кочевники начнут легко покорять русские города после короткой осады, еще не наступили. Печенеги не смогли провести ни одной удачной осады. Принято считать, что коварные византийцы намеренно направляли печенегов на Русь, чтобы ослабить растущее могущество Рюриковичей. Но на это можно ответить, что и русские князья не раз привлекали
печенежские орды во время своих походов на Болгарию и Византию. В 972 году печенеги устроили засаду и убили князя Святослава Игоревича. По преданию, печенежский хан Куря, под руководством которого кочевники устроили засаду на Святослава Игоревича, приказал сделать из черепа убитого врага ритуальный кубок. Хан восхищался смелостью и подвигами князя. Куря хотел, чтобы у него родился такой же героический сын. Согласно суевериям печенегов, распивая напитки из черепа смельчака, можно было передать его силу своим потомкам. Поэтому Куря заставлял пить из кубка и свою жену. Вскоре после смерти Святослава Игоревича между его сыновьями разразилась борьба за власть. Печенеги немедленно воспользовались этим. Их набеги стали происходить все чаще. К тому моменту, когда Владимир Святославович одолел братьев и занял Киевский престол, нападения печенегов превратились в серьезную проблему. Каким бы ни был решительным человеком Владимир, но и он оказался бессилен в борьбе с тактикой кочевников. Те приноровились не просто нападать внезапно, но и каждый раз двигались по новому маршруту. Они быстро захватывали в плен людей и тут же отступали в степь. Именно при Владимире началось строительство системы оборонительных рубежей, которые, если и не могли долго задержать кочевников, то должны были хотя бы предупредить с помощью сигнальных огней или гонцов об их приближении. Последняя битва между русскими и печенегами произошла в 1036 году, когда кочевники в очередной раз подступили к Киеву. Печенеги потерпели поражение и больше не устраивали набеги на русские земли. Это произошло лишь потому, что в дикое поле вторглись новые орды. Племена половцев разбили печенегов и заняли их кочевья. Русские княжества стояли на пороге новых испытаний. Набеги печенегов оказались не только проблемой для княжеств Южной Руси, но также и для Византии. Особенно бедственной ситуацией стало после того, как половцы вытеснили печенегов из Северного Причерноморья на запад, и те осели на территории Болгарского царства. Со второй половины XI века северные земли Византии несколько раз разорялись ордами кочевников. Они доходили даже до предместий Константинополя. Спасли византийцев, так же как и русских, другие кочевники – половцы. С их помощью в 1091 году удалось нанести печенегам сокрушительное поражение. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами был Евгений, проект «Про история» на канале «Вселенная Beautiful World». Подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте комментарий. До новых встреч! Всем пока!